Всем привет! Последний день испытания. Событие второе цветение, за которым, кстати, после всего того, как мы это выполним, получим, наконец-то, скин Лизы. Давайте начнем. Дух улиц название. Три раунда. Первое, это у нас... Ой, будет опять сложно. Эти руинные защитники и так далее. Кстати, здесь у нас тоже они присутствуют. Это будет очень проблематично. Плюс еще и фатуи. Они будут очень жирные, я бы сказал, их пробить будет очень тяжело. Ладно, буду в любом случае на x4. И самое интересное, перед тем, как мы начнем, смотрите, 20 тысяч, 17 тысяч, 16, 15. Мы по наклону идем, ребят. Здесь будет явно меньше 15 тысяч. Одиночный режим, поехали. Так, вода и огонь у нас. Нам не зря и просто это дают. И, кстати, здесь система немножко иная. Вы видите, можно поставить, получается, в связке одного, который будет у нас в первом-втором раунде работать. И второго персонажа, который будет во втором и в третьем. Видите связь? Это очень классная тема. Так, ну если вода и огонь, я думаю, что нам явно потребуются эти два персонажа, которых у меня, к сожалению, нету своих. Поэтому давайте поставим. Так, сюда я хочу поставить Елань плюс связка Аяки, это 100%. Это было бы, наверное, идеальный вариант, да, то есть так. Да, так. Ладно, хорошо, я, в принципе, есть одна идея, давайте поставим вот так вот сначала. Здесь потребуется, возможно, электричество. С электричеством. Ну, я могу, в принципе, вот так вот сделать. У меня альтернатив-то особо не так много. Сюда мы тогда ставим, как мы и хотели. Аяка плюс Елань. Это 100%. Сюда мы будем ставить тех, кто будет у нас еще и в третьей фазе работать. Ну, а здесь, если что, вот нам предлагают этих. Мы этих, естественно, и возьмем. Так, а здесь нам, знаете что? По-моему, там фатуи были, да, если ошибаюсь. Поэтому, если я поставлю, например, сюда Кадзуху, это будет неплохо. Это будет неплохо. Здесь, в принципе, больше ничего особо такого интересного нету. В принципе, нормально. Да, блин, ну так подумать, на самом деле, вообще фиг кого поставишь. Ну, давайте вот так вот сделаем. Не знаю, зачем, конечно, мне он нужен. Ну да, это бессмыслица полная. Это полная бессмыслица. Так, ладно, давайте вот так вот сделаем. Это уже прям какой-то супер будет у нас. Сайна, к сожалению, пока слабоват для этого всего. Скорость обычных атак персонажа возрастает на 20%. Сейчас крит попадания обычных атак повышается. Вы понимаете, к чему все это идет. Ну, а Аяка у нас и так, в принципе, с критами. Единственное, что можно сделать, это добавить сюда крит. Крит, конечно же. Дальше. Сила атаки, ребят. Я чувствую, идеально подойдет для первой фазы. Вторая, что у нас? Атака. Скорость атаки это для вот этого молодого человека, скорее всего, да? Поэтому оставляем. Урон обычных атак всех членов отряда возрастает. Я уверен, что это как раз сюда подойдет хорошо. И здесь мы будем делать акцент на вода плюс огонь 100%. А это у нас что такое? Мастерство стихии? Да нет, это в принципе... Да. Короче, я думаю, что таким составом мы хотя бы 8000 наберем. А нам нужно, повторю, минимум 8000. Хотя, в принципе, мы и так, наверное, скин Ализы так получили, считайте. Поехали. Кто у нас первый пойдет? А это знаете, почему ошибка? Это ошибка, потому что, конечно же, я привык, что Елань у меня стоит совершенно под другим номером. И это все будет проблематично. Так, поехали. Разберемся с ними. Так, какие варианты есть? О, как же неудобно, когда у нас они просто... Ладно, электричество, поехали. Поехали, так, сделаем. Да что ж такое, у меня Аяка всегда на единичке стоит, знаете, на автомате все это делается. Капец. Нет, смотрите, нормально, кстати, урон плюс криты, там, плюс атака идеально идет. Просто они разваливаются, нормально. Здесь можно так это работать, я считаю, что это... Так, привыкнуть надо. Аяка, давай. Так, этого сначала туда же надо отправить, и потом перейти до этих двух последних, по-моему, оставшихся. Как же больно бьет. Ну, в смысле, я больно бью, конечно же. А, да. Минус один, пошел, второй, третий, давай, я надеюсь на тебя. Ой, ну долго. Ладно, посмотрим, сколько хотя бы очков мы получили за первый раунд. Я с нетерпением жду, наконец-то, скина. Так, а здесь у нас вообще непривычно. Начнем с Елани, конечно же, да. Давайте попробуем так. Кто у нас тут будет? А, так я мог это перепутать фазы, что ли, я не понял. Нафиг, это будет очень печально. Да что такое? Ой, капец. Это дело привычки, ребят, дело привычки. Переключаясь на Елань, а это Аяка, и тут уже все идет не так, как надо. Так, поехали, как ты у нас умеешь, да? А, 6000 мы на первом, кстати, набрали, это нормально, ситуация.
Так, у нас ульта пошла нашего Аята, поэтому я думаю, что он хорошенько всех уничтожил. Вот, теперь пошел это, да? Нет, думаю, нам не главное... А, кстати, у нас вот это еще есть, интересно. Надо не забывать про это. Давай. Поехали. Так, два у нас остается. Последний. Опасный тип, на самом деле. Кстати, а если, например... А, ладно, это не имеет значения, надо просто его добить быстрее. Он, кстати, по-моему, здесь еще кто-то стоит, которого я не вижу, к сожалению. Что там происходит, я не понимаю? Что это? Объясните мне, пожалуйста. А, он наверху, я понял. Извините, не вижу, прошу прощения. Сейчас решим проблему, смотрите. Сейчас решим. Ну почти решили же. Почти, давай. О, Елань, великолепно. Она во всем может принести плюс свой. Так, короче, поехали дальше. Потом Кадзуха. Ага, так, ну они стоят так, что я, в принципе, так не смогу даже достать, да? Ладно, у нас есть вот эта запасная тема. 12 тысяч мы, кстати, получили, получается. Это тот минимум, который нам нужен был. Прекрасно. Ну ладно, давайте вот так вот сделаем. Это все как-то не очень красиво смотрится. Плюс еще Кадзуха может вот так вот сделать. По-моему, вообще, я не понимаю, я их не разношу просто. А что будет, если я, кстати, не смогу вообще их увидеть? Капец. Давай. Ну, 9! А, минус уже один, да? Да, интересная, кстати, фаза. Ой, как же отвратительно. Да просто, я не знаю, что творится. Еще и это... А что за птица-то? Кстати, эта тема, по-моему, что-то интересное. Ладно, поехали. Надо как хотя бы за 4 минуты их добить. Это будет плюс большой. Так, ладно, птицу убили, это прекрасно. Кто у нас остается? Ситуация неприятная, да? А можно добить? Спасибо большое. О, еще четверо у нас туда. Так, ладно, они в группу встали. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Все, и, ну давай. Вообще никого ничего не нет. Вообще. Так, сейчас должно что-то появиться, отлично. Пошло дело. Так, прекрасно. Юйми пошла. Вот оно что. К сожалению, мы потеряли нашего основного ДПСера, но я думаю, что и так как-нибудь решим вопрос. Да давай! Так, ладно, все, минус. Жесть, самая ужасная фаза, ребят. Имейте в виду, здесь вообще просто нереально. Так, поехали. Да серьезно? Давай! О, какой кошмар! Чтобы убить только одного, мне при... А, тут еще да, это трое, да? Капец. Давай. Ага! Вообще не могу ничего сделать! Давай, вот хотя бы Кадзуха, пошел. Молодец, умница. После этого должно все поменяться в лучшую сторону. Лучшую сказал. Понятно, ситуация накаляется. Да ну вас, я не знаю, это просто какое-то все, просто я не знаю. По-моему, вообще, это все, это финал. Можно хотя бы змею убить, спасибо тебе большое. Так, теперь этого, отлично, есть шанс. Юйми, давай, молодец. Капец. Ой, 16 тысяч, кстати. Ну, давайте будем серьезными. Мы получили, кстати, больше даже баллов, чем в предыдущем дне. Но последний раунд, к сожалению, оказался неудачным, вы понимаете. Так, все, давайте приступим теперь к основной теме. То есть, по идее, мы все условия выполнили, и теперь можем получить. Еще раз повторю. То есть, 1, 2, 3 мы выполнили, 4, соответственно, тоже 5 мы закончили сегодня, получили 16 тысяч. Мы забрали все, что нужно, и теперь костюм, ребята. Костюм, ради которого мы все это делали. Поехали. Оу, да. Инкогнито в тени листвы. Ну, давайте хотя бы оденем ее. Все, у нас, кстати, выполнено, да? Я же правильно понимаю? Так, минус, все, поехали. Так, Лиза. Одежда. И, естественно, новый костюм. Смените, подождите. А как это в игре будет смотреться? Давайте отряд тоже поменяем. Это очень интересно.
И неожиданно, да, Кадзуха молодец, но у нас тут Лиза 4 звезды, по-моему, теперь будет в топе. Вот она, молодец, умница. Ну что, я поздравляю, ребят, я, наверное, уверен, что все из вас, кто участвовал в данном событии, уже получили или получат, потому что, в принципе, минимальные условия, еще раз повторю, для того, чтобы получить данный костюм, вам потребуется всего лишь выполнить следующее. Были, по-моему, условия здесь, а нет, вот условия. Пройдите все испытания, ребят, все испытания, наберите во всех испытаниях в сумме 10 тысяч, даже если вы по 2 тысячи набирали в течение всего 5 дней, то вы выполнили это условие, и также вы прошли, скорее всего, все испытания, ребят, я в этом уверен. Даже на X1 можно было это сделать, поэтому костюм у вас уже, наверное, есть в инвентаре. Ну, в принципе, прикольная тема, мне очень нравится, не зря мы все это делали. И напишите в комментариях, где-нибудь наверняка можно Лизу было встретить за все это время, либо в конце, на 5-й день, наверняка можно с ней где-то... Подождите. Подождите. Вообще, на самом деле, можно ей прибежать, наверное, в тот... в ту таверну, где, в принципе, мы вначале все начинали. Возможно, она там стоит. Давайте ради интереса посмотрим. Если я ее не найду, ребят, напишите в комментариях, где она прячется. Мне интересно все-таки пообщаться и посмотреть, что за диалоги она будет вести. Так, а где она? Помните, начиналось все здесь? Ну, пожалуйста, скажите, что она там. Это было бы очень классное завершение. Ну, я надеюсь, конечно, но сомневаюсь. Лиза! Ребят, мы не нашли ее. Это печальная ситуация. Я думал, что разработчики додумались, чтобы... Хотя, может быть, она где-нибудь спрятана, ребят. Напишите в комментариях. Спасибо, что смотрели, увидимся. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик и смотрите видео до конца. Также подписывайтесь на другие каналы, ссылочка в описании. Переходим, смотрим, там больше контента и видео выходит намного быстрее. Ребят, я поздравляю еще раз, смотрите, это великолепно, наконец. Пока-пока.